С нами Маргарита Фетюхина, игрок сборной Москвы, которая только что провела довольно тяжелый, наверное, неожиданно тяжелый матч со сборной Санкт-Петербурга. Но главная победа, вы выиграли, и теперь впереди у вас полуфинальный матч. Как складывался четвертьфинал? Почему неожиданно тяжелый? Мы настраивались как бы на борьбу, так и получилось. Оля Вишнякова дала два хороших очка. Ничего страшного. В решающем матче как бы, я победила. Повезло мне. А как настраивались на решающую игру? Настраивалась, как обычно, ничего нового. В себе все, концентрация, по сторонам не смотреть. Команда же за спиной. Ну, вам все удалось, вы достаточно уверенно провели свой матч. И теперь все мысли о полуфинале, правильно? Да, правильно, следующий матч у нас с Краснодаром. Так что будем настраиваться и играть, выходить и бороться. Будем надеяться, что Москва вернет себе титул. Мы желаем вам победы и удачи в следующем матче. Благодарим. Очень приятно. Спасибо.